В законную силу вступил приговор в отношении жителя Рассказовского района. В прошлом году в селе Платоновка на территории дома владения мужчина совершил насильственные действия. Потерпевшая женщина обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого сразу задержали. Комплекс собранных доказательств позволил предъявить заподозренному лицу обвинение в совершении преступления, предусмотрено частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть изнасилование. По результатам рассмотрения данного уголовного дела в суде, лицо заподозренное было признано виновным в совершении инкриминируемого ему деяния. Ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Мужчина с приговором не согласился и обжаловал решение суда. Вышестоящие инстанции приговор признали законным. Мужчине предстоит отбыть в местах лишения свободы 4 года.